Всем привет, с вами Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн, и это видео о пустышках. Пустышек, как вы понимаете, как обычно, огромный-огромный пакет. Вот, ну что ж, поехали с вами. Ну, во-первых, закончился гель для стирки особых тканей. Он защищает волокна тканей, сохраняет форму вещей, эффективно удаляет загрязнения. Он очень хорошо пенится, он идет концентрированный. Аромат у него, знаете, его практически нет. Вот кто любит сильные ароматы, вы, наверное, разочаруетесь. Артикул 111.29. Значит, он идет 500 мл, биоразлагаемый, в принципе, как и вся косметика для дома. Стирает просто отличнейше. Просто великолепно. Мне он очень-очень нравится. Хотя он не из дешевых. Далее закончился отбеливатель. Отбеливатель я использую всегда в паре с порошком. Кстати, вот он и порошочек. Сложенный, да, обычный светленький, тут альпийские луга, артикул, значит, у него идет 115.35, аромат абсолютно невесомый, не сильный, тоже биоразлагаемый, защищает машину, как вы видите, да, по инструкции, защищает машину от накипи, для стирки вещей всей семьи, то есть он подходит для всего, ну и, конечно, безопасен для кожи и дерматологически протестирован, да, то есть вот она, безопасность подтверждена Международным научным исследовательским институтом в Германии. Вот такая вот красота. Ага, и вот я использую или порошок с пятновыводителем, или порошок с отбеливателем, смотря какая ткань. Отбеливатель, конечно же, только белая, пятновыводитель, все остальное цветное. Значит, отбеливатель идет 500 грамм с артикулом 110.49. Я не жду, когда ткань пожелтится там или еще что-то. Я просто им его кладу, когда начинаю стирать там полотенце, какое-то белое постельное белье. Ну, в общем, все белое. Да? Вот тут есть и выведение пятен, и замачивание, как вы видите, да, можете поставить на паузу. В общем, спектр применения у него огромный и богатый, да. При использовании с порошком его можно, для использования с другими моющими средствами, ну, нужно просто побольше класть, и для выведения пятен, посеревших вещей, нужно тоже увеличивать дозировку. Вот также можно замачивать. Ну, в общем, и тут на разных языках, да, Казахстан и Украина. Я так понимаю. Ну, в общем-то, хороший отбеливатель. Всегда идет с ложечкой в комплекте, что очень мне нравится. Никогда не нужно думать, чем его наложить и так далее. Но эти ложечки мы уже начали выкидывать. Слишком их много. Так, ультракондиционер для белья. Мы перестирали все шторы, и у нас практически весь флакон ушел на все шторы. То есть шторы на кухне, в Викиной комнате, в Катиной комнате, в нашей комнате и в моем вот в этом вот рабочем кабинете. Да, то есть это моя отдельная комната. Только для меня, только для работы. Вот, поэтому штор было много и много ушло порошка. Далее, водный спрей-освежитель воздуха. Если честно, он мне очень-очень понравился, но что-то в последнее время он меня начал раздражать. Но кто часто смотрит мои пустые баночки, знает, что я очень люблю различные ароматы. Кстати, вот новый наш аромат Валькирия, да, у меня уже тоже практически закончился. Нордический, свежий, легкий, классный ароматик. Закажу еще и буду заказывать его на подарок. Он суперский. Далее, что могу сказать, это водный спрей. Вот, кстати, недавно был продукт дня, у нас есть канал «Продукт дня» на проекте Фаберлик Онлайн, и на этом канале мы часто выгружаем свои мнения о чем-либо. И вот этот спрей пятновыводитель, о нем очень много людей сказали. Если раньше я покупала в магазине спреи и ими пользовалась, то от них было удушье, кашель и так далее. Вот этот спрей, он идет на водной основе, он не идет такой, знаете, пшикающий, удушающий, он наоборот увлажняет воздух, он освежает, он ароматизирует жилое помещение, да, а также способствует его очищению. Он осаждает бытовую пыль на пол, да, то есть если перед приборкой этим спреем вы пройдетесь, а потом начнете, допустим, прибираться, ну, как вот мы обычно перед приборкой прошлись, пропылесосили, да, после пылесоса прошлись, помыли пол. Прям такое пролонгированное ощущение чистоты по всей квартире, оно очень-очень классное, да. Тут написано, как его распылять. И вот именно этот аромат зимней ягоды, да, я его поставила везде, и в туалете, и в комнате, и на кухне, и он меня, если честно, мне достал. Я жду, пока он закончится. Вот на кухне быстрее всех закончился. Артикул 112.33. Натуральный приятный аромат ягодок просто, скорее всего, мне надоел.
Так, далее комплекс экстрактов череды идет для купания. Так, значит, тут идет лаванда, календула, череда. Вот, мне еще папа привез сушеные мелисы. У меня иногда бывают у Виктории дни, когда она перевозбуждается, и мы не знаем, как ее успокоить. Она скачет, скачет, сама себе не рада. Глаза спят, все спят, а, как говорится, ноги голове покоя не дают. Вот, и мы ее купаем вот с этим вот экстрактом череды. Еще очень часто ставим Денос-программу на успокоение, тоже очень хорошо помогает. Поэтому мы его наливаем. Ну, она у меня большая, мы 3 тюбика наливаем. Все-таки он идет 0+. Очень хорошо, что такой вообще продукт есть в компании Фаберлик, он мне нравится. Артикул 17-00, он идет 190 миллилитров. Для маленьких детей, понятно, тут дозировочка совсем маленькая. 20 мл, средство на ванночку, да, не требует смывания водой и так далее, да, то есть я ее могу поставить в душ, помыть голову, помыть тело, все мы это смоем, обмоем, да, по краям все, что пена, вот это все осталось. Потом затыкаем ванну, и очень часто просто я вот так вот возьму, треть плесну ванну, и она там плещется, и уже намного спокойнее засыпает. Вот, поэтому очень хорошая линейка. Обратите внимание, если ваши детки гиперактивны. Далее, пару упаковочек закончилось у меня вот такого средства. Артикул 111-60. Это шарики для устранения запаха в холодильнике. Они устраняют, в принципе, не только запах, да, они еще справляются... Вот как вам даже сказать, открытые салаты, еще что-то, да, то есть я стараюсь после какого-то крупного праздника, когда в холодильнике 2-3 дня стояла куча салатов, рыбных, соленых, мясных, колбасных нарезок, да, ну, представляете, да, какой аромат стоит в холодильнике, и как, когда эти ароматы начинают портить и масло, и все, да, то есть даже если вы, вот у меня холодильник no frost, да, но все равно как-то вот он страдает, значит, они быстро справляются даже с самыми едкими и застарелыми запахами, предотвращает проникновение запахов между продуктами в холодильнике, стерилизует холодильную камеру, снижает вероятность порчи продуктов. Вот в такой упаковочке идет 3 шарика. Мне этих 3 шариков иногда кажется маловато, потому что у нас вообще как бы, ну, у нас много людей, холодильник один на всех, и частенько мне хочется по шарику на каждую полочку, и я кладу прям по шарику, и поэтому я использую 2 упаковки. Такой упаковки хватает вот мне месяца на 4, это точно. Вот, поэтому также предотвращает и от плесени, да, то есть и когда вы его открыли, он уже готов к применению, поэтому до того, как вы его, ну, если вы не собираетесь его сразу класть в холодильник, то не открывайте до того, как вы не, ну, не соберетесь положить, вот, или уберите в полиэтиленовый пакет, вот, значит, это идет как поглотитель запаха внутри холодильника, и их нужно менять. Значит, они еще уничтожают плесень и бактерии, увеличивают срок хранения продуктов и полностью устраняют запах в холодильнике. Когда я первый раз начала ими пользоваться, я, если честно, была в диком восторге, я не знала, что вообще такая суперская вещь где-то может быть, и она действительно работает. Значит, ну вот шарик из чего состоит? Вот из такой штучки, и тут вот, вот эта вот штучка, да. Ага, вот она. Да, то есть вот, как вам даже показать. Вот такие вот, как камушки. И в них скапливается весь неприятный аромат. Я не знаю, сколько они у меня были, но я их очень редко меняю. Они у меня вообще редко в пустых баночках, они у меня вообще редко в обзорах. Но что могу сказать, иногда мы эти вот пластмасски не выкидываем, а дочка с ними купается в ванной. Ей нравится что-то вот такое вот делать. Далее, значит, интенсивный шампунь против перхоти, BioArctic. Это любовь моего мужа, он им пользуется уже много лет. Артикул 86-19, он идет большой объем, 250 миллилитров. Ему он нравится именно как от перхоти. Раньше мы пользовались Head & Shoulders, ему нравилось. Сейчас у нас Nose Nov есть линейка от перхоти. Кому-то она нравится больше, чем этот BioArctic, но муж ее забраковал. Да, линейку от перхоти, эту новую. Еще есть от Expert Pharma от перхоти. Мужу тоже не понравился. Ему понравился именно вот этот BioArctic. Он его очень любит. Далее, концентрированное средство универсальное для кухонных поверхностей. Это мы перед Новым годом все перемыли. Артикул 112-18. Классная штука. Оно требует смывания, поэтому с ним пол не помоете, ничего. Но вот тут в аннотации в краткой, да, написано, что удаляет жир, грязь с различных кухонных поверхностей, столешниц, фартук.
полках глянцевых фасадов, холодильников и свеча. То есть, чем вы захотите мыть, то и ладно. Да, то есть, все можно мыть. Артикул 112-18. Вот этим средством мы моем пол. Сейчас у нас, конечно, прибавилось 3 комнаты, еще туалет, еще ванная, еще коридоры и так далее. Да, то есть, мы сейчас, у нас много вообще этого средства начало уходить. Артикул 112-17. У нас пошел ремонт. Кто подписан на наш инстаграм, смотрит сторис и, наверное, знает, да, то есть, что мы недавно там все ободрали, мыли. Сегодня мы разбирали балкон, да, то есть, у кого-то новогодние праздники, а кто-то уже с 3 января интенсивно начал. Все обдирать, все выносить. Мы убираем абсолютно все и будем смотреть. Кстати, сегодня у нас было такое открытие. У нас, оказывается, с соседями один балкон на двоих идет. То есть замурованный был выход, переход. Но самое, что интересное, мы об этом не знали. Мы об этом узнали, считайте, только через 3 года, когда купили эту квартиру. А так у нас с этой стороны обшито, у них с той стороны обшито. И как-то вот у нас не было проблем, что мы даже не знали об этом. Сегодня узнали, что есть этот выход. Ну, мы его, конечно же, замуруем обратно. Зачем он нам нужен? Вот, в общем, концентрированное средство, оно чем хорошо, тем, что вы, когда моете пол, оно, и мне, его не обязательно потом промывать, смывать, то есть оно не требует смывания, и этим мне оно и нравится, то, что пол протер и забыл. Артикул 112-17. Хорошая штука, очень приятный такой аромат. Далее закончился BB Beauty бальзам для любого типа волос. Он правда классный. Он идет технология Smart System. Артикул 88-48, 50 миллилитров. Смотрите перечень средств, вообще дел, которые он делает. Так, давай фокусируйся. То есть тут идет все. Восстановление по всей длине. Ну, нормально. Активное питание, увлажнение, да, блеск. Ну, такой не сильно. У меня, знаете, что у меня пережженные светлые волосы. На светлых волосах не так видно. Далее шелковистость. Ну, да, они такие становятся упругие, приятные волосики. Так, термозащита. То есть после него вы можете делать укладку, и он укладке не помешает. То есть волосы не развиваются быстро, да, вот как, допустим, после бальзама. Далее, значит, антистатический эффект. У меня, вот, знаете, вообще нету статики в волосах ни зимой, ни летом, никогда. Я не знаю, откуда статика вообще берется. Расскажите мне. Вот, неохота гуглить, искать, читать. Легкое расчесывание, укладка, контроль над сечением. У меня у дочки, у младшей уже волосики по плечи. И младше я тоже его наношу на кончики. Ей тоже как бы нравится. Лучше расчесывается, волосы меньше путаются, лучше делаются причесочки. Поэтому у нас это средство сейчас очень хорошо пойдет. Артикул 88-48. Аромат у него тоже очень приятный. Вот он такой, да. То есть и он такой, знаете, не жирный, впитывается. И когда вы уже сушите волосики, такое ощущение. Аромат, ну знаете, такая, как шампунем, наверное, пахнет. Вот, нормальное средство. Сейчас я давно забытое средство достала с полки. Думаю, надо дорасходовать. В принципе, после него тоже хорошо волосы расчесываются, не клочатся, ничего. Вот, даже не знаю, вот какой из них лучше. Но тут как бы не написано, что он идет как уплотняющий, но нету защиты, термозащиты, например. Да? То есть тут просто молекулы насыщают волосы влагой, восстанавливают оптимальный гидробаланс, то есть они лечат. А этот именно как термозащита идет. Классно. Вот я думаю, вот это на Викуську израсходую, а себе еще вот такой же закажу. Потому что в Викуське мы волосы не завиваем. Так, далее. Любовь моего мужа. Дизик. Дезодорант обычный. Значит, это идет Цельсиус. Дезодорант антиперспирант. Защита 24 часа. Так, артикул 0529. 150 миллилитров. Ну, такой приятный аромат. Мне все нравится. То есть, он идет как спрей. Да, таким вот образом. О, кстати, он еще не совсем даже кончился. Нормально защищает, но куда-то в длительную поездку мы все-таки берем защиту 48. Компании Faberlic пока 48 часов защиты нет. Так, далее. Потрескался дневной крем. Это мама мне, наверное, его привезла в таком состоянии. Она, наверное, на него наступила или что, я не пойму. Так, давайте с вами распечатаем, посмотрим. Ага, ну понятно, да, мамин. Маме этот крем очень понравился. Она сказала, что она хочет еще. Но я ей пока закажу. Так, артикул. А вот артикул 0780, 50 миллилитров. Но я маме пока хочу заказать именно не этот крем, а 60+. Все-таки ей уже за 60, а Renovation это 50+ идет. Далее, крышечку я потеряла. Омолаживающий крем для шеи и декольте.
Мне тоже понравился, я его израсходовала с огромным удовольствием, да, как вы видите, все, ничего уже нету, тоже хорошо наносится и все как бы отлично. Наносить нужно его, в принципе, каждый день, можно утром, можно вечером. Также у нас закончилась омега-369, так, это у нас что, а это уже было, да, два тюбика, омега-369, артикул 153-80, ну, это и волосы, и сердце, и ногти, и цвет лица улучшается с нее, и вообще, как бы, человек умнее, да, потому что если у нас не хватает омеги в организме, и иммунитет падает, и цвет лица портится, и волосы начинают сыпаться, в общем, омега нам всем с вами нужна. И, конечно, для людей за 40, за 50, особенно для пенсионеров, она прям жизненно уже получается необходима. Это я выпила бьюти-комплекс «Красота, совершенство», тонус, гладкость, шелковистость 45+. Тут идет в составе и гиалуроновая кислота, и, в общем, огромный спектр витаминов именно для женщин этого возраста. Ну, мне скоро 40, поэтому я как-то вот пропила нормальный комплекс. Не знаю, как бы, насколько он мне помог, и что бы было бы, если бы я его не выпила, я сейчас не могу сказать. Но я могу сказать, что вот все проблемы, да, там, связанные с кожей, с выпадением волос, с настроением, с каким-то боевым настроем, да, упадок сил, всякое в нашей жизни бывает. И, конечно, хотелось бы, чтобы организм питался, восполнялся, потому что все равно мы не едим все эти витамины, которые нам нужны. Вот, так, дальше. Очень похвалю тонизирующий скраб «Актив для тела», антицеллюлитный. Пахнет он грейпфрутом. Очень хорошо полирует кожу. Насухо великолепно. То есть, когда вы заходите в душ, вы не мочитесь, а просто насухо его начинаете наносить. Кожа вообще реально как отполирована. Становится мягко-мягко, классно-классно. Но, конечно, если вы так по-хорошему свою кожу будете полировать, у вас полбанки сразу уйдет. Также он у нас идет, как вам даже сказать, он помогает в борьбе за идеальный силуэт и гладкость кожи. За счет грану в составе мягко-эффективно массирует проблемные зоны, усиливая приток крови к коже и способствует нормализации обмена веществ. Также тут в составе идут ахокислоты, которые глубоко очищают кожу, улучшают ее структуру, выравнивают рельеф, делая гладкость. Скраб оказывает легкое охлаждающее действие, тонизирует кожу. Но насколько легкое охлаждающее действие? Да, может быть, чувствуется чуть-чуть, но оно до такой степени легкое, что вообще еле заметное. Вот с такой вот он крышечкой идет. Да, то есть вот они, скрабинки. Да, такие вот, видите, катится немножечко. Вот такие вот скрабинки. И повторюсь еще раз. Очень приятный, натуральный аромат грейпфрута. Даже есть вот это вот, знаете, горчиночка. Вот, шлифует хорошо и сырую, и сухую кожу. Просто великолепно натирает. Так, артикул, я вам не сказала, 12.37, оно идет 150 миллилитров. В общем-то, классно, здорово, мне понравилось. Далее, также еще дорасходовала тоник, артикул 0852. Я его использую утром, вечером, просто капаю на ватку. Спрей, это идет как тоник-спрей, да, то есть таким вот образом. Ну, тут не знаю даже, где ничего вроде бы не осталось, а еще брызгает. То есть, как бы, это типа корейский уход. И этим корейским уходом, то есть вы очищаете кожу сначала гидрофильным маслом, сначала гидрофильным маслом, потом пенкой, потом наносите тоник. Этот тоник просто нанесли на лицо, да, напшикали, ждете, пока он высохнет, а потом уже наносите какой-нибудь крем. Так вот, я его все равно наношу на ватку, все равно протираю лицо, а потом наношу крем. Я не понимаю, зачем вот это пшиканье и полгода ждать, пока лицо высохнет и так далее. Тут еще есть обогащенные витамины, в общем, достойный, классный тоник, очень приятный аромат у него, работает великолепно, все здорово, но я вот как-то вернулась вот на этот, он мне более понятен, более близок к сердцу, артикул 0779, да, вот на него аннотация, тут и состав, и все, можете поставить на паузу, почитать. Он мне больше понравился, нежели вот этот, но у этого опять-таки суперский такой яркий бьющий нос аромат. Он тоже классный. Закончился, как обычно, Катин шампунь для глубокого очищения волос и кожи головы. Он идет черный с активированным углем. Сейчас мода у нас, да, на все черное. Вот, значит, что тут написано? Эффективно очищает волосы, является эксфолиантом для кожи головы, снимает статистическое электричество, придает волосам блеск и шелковистость. Кстати, вот у этой линейки есть еще скраб для волос. Он мне тоже безумно понравился. Я прям от него кайфую. Вот буквально вчера я его наносила и всю кожу головы промывала. Прям великолепно. Артикул 8961, 250 миллилитров. Так,
Что у нас еще? Что у нас еще? Так, пятновыводитель. Мы его так же, как и в машину. Честно, я не поняла разницу. Может быть, просто кто-то любит жидкий, кто-то любит в порошке. Но мне без разницы, который покупать. Вот вам честно скажу, я не увидела никакой разницы. Артикул 111.62, 470 миллилитров он идет. Он идет и для белых, и для цветных тканей. То есть точно такой же, как в порошке. Просто, если честно, нам его удобнее применять тем, что у нас мало вот где около стиральной машины места, да, то есть туда вот такие тюбики влазят, еще что-то, а вот этот отбеливатель, допустим, он у нас стоит отдельно, и за ним все время приходится туда на дальнюю полочку лазить, да, а этот пятновыводитель можно прямо поставить на пол перед машиной, и у нас там целая такая гора бутылочек, баночек и порошочек, и вот он удобнее там, да, то есть не нужно никуда ползать, лазить, ты его туда поставил, в машину прямо плеснул, да, то есть в отделение его бесполезно сыпать, он жидкий. И вот этим, может быть, он нам больше понравился, чем сыпучка, да, то есть вот так вот. Средство для чистки духовки плит, это мы его полностью истратили на чистку новых труб, потому что там какой-то запах нехороший шел, он хорошо с запахом поборолся, мне понравилось, то есть мы налили ванную в новую, да, там еще ничего не уделано, обои ободрали, под обоями еще краска покрашена, вот это, знаете, обычная, да, пол стены краска, пол стены белила, да, ну вот как раньше, много лет назад люди жили, да, и как бы мы туда налили и в ванную налили, да, то есть прям по пол тюбика и ушли оставили. Потом вернулись на следующий день, я включила горячую воду, горячая вода буквально 3 минуты потекла, и вот вы знаете, уже пропал вот этот вот аромат неприятный, да, вот этих всех неприятностей, ну действительно неприятный шел аромат. Вот артикул 111.19, поэтому этим средством я не только духовки чищу, плиты, духовки и так далее, но еще и трубы очищаю. Далее, концентрированное средство от накипи чайников и кофемашин. 4 ампулки тут идет. Вот знаете, что я вам могу сказать про него? Оно еще и хорошо очищает камень. У меня каменная столешница на кухне, и чуть что, она впитывает в себя все пятна. Это ужас за ней следить. Я хочу уже поменять эту столешницу. Мне надоел этот камень, я вам честно скажу. Хочется просто обычного, приятного, вот протер тряпкой, ушел, оставил. Да? То есть, и эта каменная столешница и стоит дороже, и с ней проблем намного больше, чем, да, то есть, и вот я из не только сейчас чайники чищу, но еще и несколько капелек капаю на то, что въелось, да, в течение дня, там еще что-то. И вот эти ампулы, они отлично справляются даже без кипячения с вот этими вот пятнышками, да, на каменной столешнице. Но можно, в принципе, и вот этого средства на каменную столешницу налить. Но они становятся чуть ярче, желтее, да, то есть и как бы надо 2-3 раза заливать. А тут с первого раза убирает. Вот, поэтому, так, артикул 112.59, хорошее средство, в принципе, от всего, да, а если использовать как от накипи средство, да, от накипи для чайников и кофемашин, то вот она тут идет, аннотация. Вот, есть способ применения, и все, можете поставить на паузу, почитать, в принципе, штука классная. Вот, накипь чистит просто идеально. Далее, закончилась моя любовь. Артикул я, наверное, не скажу. Так, сейчас найду. Вот, нашла новую упаковочку. Пульдра иллюминизер для лица, мерцающая вуаль. Артикул 6074. Она идет, как вы видите, с небольшими такими блесточками. Но эти блесточки, конечно, очень тяжело увидеть. Да, то есть они прям мини-мини такие. Да, то есть вот видите, прям практически их нет. Чуть-чуть где-то немножечко проскакивает. Вот это и есть такой блеск. То есть эта пудра, она сойдет для девушек или с очень ровной кожей. Но вот знаете, я использую крем-блюр. То есть сначала я наношу вот эту сыворотку на лицо, да, 0222 свою любимую. И потом я уже наношу крем-блюр. И после того, как я нанесла сыворотку и блюр, блюр у меня вот такой сейчас на данный момент, артикул бесполезно вам говорить, потому что его нет в продаже, он идет в наборе. Есть в продаже не 30 мл, а 15 мл отдельно. Я беру в наборе 30. Вот, и сначала наношу сыворотку, потом блер, а потом сверху припудриваю вот этим средством. И вот для ежедневного макияжа это просто великолепно. У меня сделан татуаж, я наращиваю ресницы на постоянной основе, и мне больше ничего не нужно. Я прям кайфую, да, то есть, ну, где-то, может быть, какие-то в критические дни возникают покраснения, еще что-то, но я это все быстро нивелирую нашим новым тональной сывороткой. Кстати,
Glam Team. Я вообще в восторге от новой тональной сыворотки. И вот эта вот пудра, она мне очень нравится, потому что она идет просвечивающая, она вообще суперская, она такая немножечко белесая. В общем, все, что мне нужно в ней, я пока от нее, если честно, отвыкнуть не могу. Хотя в Glam Team тоже есть классная пудра, но вот эта иллюминайзер, она просто великолепная. Вот, ну что ж, поехали с вами дальше. Это ультракондиционер для белья, артикул 112-65, 500 миллилитров. Морской такой приятный, нежный аромат. Вот, знаете, не грубый морской, а именно такой нежненький, приятненький. Далее, ой, это опять экстракт череды. Это я вам уже показывала. Так, далее у меня пошел активный крем для лица. Вот он тоже закончился, я его показывала уже вам. Вот, поэтому что могу про него сказать? Всем хорош, но эта линейка Айсеул, она не антивозрастная, хотя она классная. Вот еще такой у меня крем на подходе, да, заканчивается. Он тоже очень-очень красивый, видите, прям космос такой, да? Вообще красота. Такие как пятнышки, да, такими штучками он идет. Тоже такой густой, как гельчик. Аромат, кстати, такой, ну, не очень приятный, такой чем-то таким кремовым, кисленьким пахнет. Так, дальше. Это у меня маска. Она еще есть 50 миллилитров. Ну, вот это как раз вот этот вот набор. Вот этот вот блерушка набор в состав входит. И когда вот этот весь набор там стоит, к примеру, 800 рублей, это круто. Это круто, когда два средства вот таких суперских по 800 рублей бывают. Вот как раз вот этот набор я и израсходовала. Маска вообще отличная. Если вы найдете ее 50 мл самостоятельно, то здорово. Она тоже темная, угольная, такая черненькая. Вот, видите, такая вот. И очень хорошо чистит поры, освежает цвет лица. В общем-то, наносится великолепно, ровно, гладко, да. То есть вот она идет как экспресс-уход для уставшей кожи. С древесным углем и комплексом Дель Детокс и Новафтемом О2. Это все дело глубоко очищает кожу, поры, восполняет энергию в клетках и выводит токсины, защищает клетки от негативного воздействия окружающей среды. Вот, да, вот идет аннотация. То есть тут, видите, 30 мл, а полная версия у нее 50 мл. Вот у этой вот сыворотки. Ой, вот у этой маски. Дальше. А, ну вот как раз бьюти-комплекс с аминокислотами. Я его сейчас пью, еще пока не допила. Могу сказать, что как будто у меня настроение с него поднялось, что ли. Ну, я не знаю. Может быть, и поднялось. Но пока нечего про него сказать. Вот тот самый пятновыводитель в упаковочке 500 грамм, артикул 110-50. У него очень широкий спектр и чистка ковров, и введение пятен замачивания, и просто стирать вместе с порошком вперемешку, да, вот я вам про него и рассказывала. Тоже очень хороший, много лет им пользуюсь. Ну, в принципе, и все. Тут у меня... А, вот еще один. Еще один такой же, да, полюбила я эту масочку. Тут у меня идет гель-спрей для полости рта с пребиотиками. Я еще его не дорасходовала. Артикул 1679, он действительно классный. И далее идет еще тоже гель-скатку не дорасходовала. Боже мой, какая она крутая. Мне она очень понравилась. Рекомендую, попробуйте. Артикул 0851, она идет 100 миллилитров. Она, правда, классная, да. То есть и вот тут вот есть весь состав. Так, ну и, как обычно, позаканчивали салфетки у меня и прокладки. Так, вот, значит, такие прокладочки закончились. Так, артикул, минутку. Артикул 112-59. Отличные прокладки, ночные, длинные, с анионовым чипом, с отдушкой зеленый чай. И вот такие вот еще прокладочки закончились. Это обычные, да, на критические дни на день. Артикул 12-89. Еще есть ежедневки, но что-то куда-то упаковки пустые у нас подевались. Далее антибактериальные мы... Как сказать, антибактериальные салфетки. С собой муж их взял 10 штук на интенсив. Они у меня уехали на интенсив в Москву, в Балашиху на данный момент. Вернутся 12 января. Артикул 24-39. Я осталась немножко поработать. Значит, далее влажные салфетки для интимной гигиены. Вообще крутая штука. Лежат у нас в туалете, частенько нужны. Хотя у нас там есть гигиенический душик такой маленький, да. Вот, но все равно иногда надобятся. И в дорогу с собой просто великолепно.
первая вещь, артикул 2067. Далее, значит, влажные салфетки для экранов мониторов. Моя любовь, 30 штук. Протирать можно все. Мониторы, ноутбуки, телевизоры, да, то есть фотоаппараты, телефоны, в общем, все, что вам захочется. Артикул 112.49. И, конечно же, куда без этого, мои пустышки, это коралловый кальций. Это кондиционирование и усвояемость кальция и так далее, то есть улучшается качество вашей питьевой воды. Тут 12 пакетиков, на постоянной основе ими пользуюсь, и скажу вам, что очень-очень нравится. Артикул 153.92, любая вода с ними становится намного лучше по качеству, потому что это идет действительно минерализация любой воды. 40 минут пакетик лежит на баночку 1,5 литра, на бутылочку 1,5 литра один пакетик уходит. Нам приходят тубы с водой, мы заказываем у водовоза в Кирове, и когда нам водовоз привозит воду, мы уже туда выкидываем целый пакет на 19 литров. У нас практически выходит. Ну, так-то надо туда 13 кидать, но мы по одному пакету выкидываем туда, и все. И через 40 минут уже можно пить. Отличное средство для повышения, в принципе, и иммунитета, и, ну, сами понимаете, как организм, мы же все практически состоим из воды, и вода, какую воду мы пьем, это самое-самое такое незаменимое, да, то есть вода, это от воды зависит наше все с вами, наше здоровье и так далее. Ну все, мои дорогие, с вами была Конова Аня, огромное количество пустышек, ну на этот раз, кстати, поменьше, даже меньше часа видео. Рада была быть вам полезной. Делитесь своими лайфхаками, чем вы пользуетесь, чем не пользуетесь, что вам подошло, что нет. А я буду рада снимать для вас еще. Всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео.